Два новых проекта в сфере туризма и общественного питания стартовали в Печенском округе. Начать новый этап бизнеса предпринимателям из никеля и Мурманска помогут беспроцентные займы Норникеля. Соглашение о выделении средств подписали в центре «Вторая школа». Эта организация выступала оператором конкурса, определившего наиболее перспективные проекты. Ирина Ташова из «Никеля» расширит свой бизнес, организует кафе на колесах. Мурманская компания «Таргетинг» намерена построить в округе экотурбазу. Мы понимаем, что это не просто приехать даже с Мурманска, да, организовать здесь бизнес. Поэтому можете на нас рассчитывать, вот, на содействие, на вовлечение в процесс людей, там, организации и так далее. То есть мы как бы готовы, поэтому всегда обращайтесь. Для мурманской сети «Турбаз» новый объект в Печенском округе станет расширением бизнеса. В арсенале компании есть разные предложения. От почасовой аренды домиков для семейных и корпоративных торжеств до многодневного отдыха на природе. Своя изюминка будет и у эко-турбаза в Никеле. Это будет глэмпинг. Глэмпинг купола с открытым, так сказать, потолком, возможностью смотреть на, наблюдать за северным сиянием. Также там будут снегоходы, летом это будут гидроциклы, аэролодка, рыбалка, все остальное. Экотурбаза дополнит существующую уже в Никеле рекреационную зону в районе моста через реку Шуаньёки. Место выбирали с учетом многих факторов. Расположение у дороги важно для продвижения и привлечения клиентов. Удаленность от Никеля на 4 километра снизит зимой влияние городской засветки и позволит с меньшими помехами наблюдать за полярными сияниями. Большое значение имеет и близость границы, хотя авторы проекта не ориентируются исключительно на зарубежных гостей. Ну, во-первых, тот район, да, где достаточно мало конкурентов и каких-то еще турбаз, вот, почему бы и не попробовать. Я думаю, что люди поедут везде. Самое главное им все это сделать красиво, грамотно и хорошо. Причем у нас сеть турбаз, поэтому одна другую поддержит на том или ином уровне. Строительство начнется весной, как только сойдет снег. Опыт возведения прозрачных купольных домов у компании уже есть. Планируется, что первых гостей экотурбаза в Никеле примет в канун нового 2022 года. Петр Широбоков, Илья Комлев, Сергей Расюк, ТВ-21+.